интересный каштан. Листья другие немножко. Вот. Такая форма у них. Отличается. И цветы вот такие. Красные, красивые такие цветения. Я что-то не помню, что я такие раньше видел. Да, но это, в общем-то, их недавно здесь посадили. Вот, каштанчики еще маленькие. Вот, тут рядом тоже растет, но тут такой более такого розового цвета. Вот. Или, может быть, он просто больше расцвел. Вот, а вот тут обыкновенный каштан. Не знаю, как он называется. Короче, как конский каштан там, или как. О. Сейчас самое время цветения каштанов. Вот, и черемуха отцвела, и сирени. Вот, прямо наступил сезон, когда черемуха отцвела, вишни, яблони там еще пока цветут, вишни отцвели, алыча отцвели, яблочки еще цветут. Вот, и самый пик цветения каштанов и сирени. Ну, такой небольшой сюжетик я снял, потому что каштан действительно интересный, мне понравился. И, по-моему, я таких раньше не видел или просто не обращал внимания. Когда с двора там ходишь, то больше внимания на все обращаешь. Вот, поэтому как внимание тренирует этот процесс видеосъемки.